Всем привет! Сегодня мы вместе с вами приготовим вот такой вот быстрый перекус с сыром и колбасой. Итак, поехали! Для начала берем один лаваш по величине сковородки. У нас лаваш чуть больше, так что обрезаем его. Обрезав лаваш, берем одно яйцо и разбиваем его в какую-нибудь емкость. Яйцо сразу же подсаливаем, перчим и размешиваем. Ставим сковородку с подсолнечным или же сливочным маслом на газ. Масло растопилось, сковорода разогрелась, кладем на разогретую сковородку 3 кусочка колбаски и обжариваем. Итак, колбаса с одной стороны обжарилась, переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Готово! Выкладываем колбасу со сковороды. Выложив колбасу, выливаем в сковородку уже заранее разбитое яйцо. И стараемся распределить это яичко по всей площади сковороды. Как только распределили яйцо по поверхности сковороды, посыпаем яйцо сыром. Посыпав сыром, тут же прижимаем лавашом, жарим около минуты. Переворачиваем. Если у вас нет навыка или же широкой лопатки, то вы можете перевернуть блюдо, используя подручные средства, как показано на видео. Перевернув, снова посыпаем сыром. Также на этом этапе можно добавить что-нибудь из соусов, кетчуп или майонез. Посыпав сыром, выкладываем 3 колбаски на одну половину блюда. И пытаемся все это аккуратно сложить пополам и обжариваем с одной стороны. Обжарив с одной стороны, переворачиваем на другую и также обжариваем. Готово! Выключаем газ и выкладываем. Итак, давайте же посмотрим, что у нас получилось. А получился у нас безумно вкусный и очень аппетитный обед, завтрак или же ужин. Готовится такое блюдо за несколько минут, и при этом приготовление не требует специальных навыков. Но зато результат не оставит никого равнодушным. Если вам понравилось это видео или данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также вы можете написать в комментариях свой рецепт быстрого блюда. Всем приятного аппетита и до новых встреч!